Вы знаете, что в Ленинском районе мы потихоньку, потому что нет больших средств, достроим поликлинику. Поликлиника в Октябрьском районе, сейчас прорабатываются варианты государственно-частного партнерства. Землю мы практически отмежевали в районе госпиталя ветеранов. Там рядом площадка справа, ну вы знаете, там кто, ну все горожане наверняка знают. И на этой площадке будем строить в рамках ГЧП поликлинику. Такая практика сегодня есть во многих регионах России, мы тут ничего нового не придумываем.